активист филорус din Moldova. Nu se jenează să îmbli cu mașină nemțească, bengoasă. De ce nu îmbli cu Lada? Cu vreo călină ceva. Ca să fii consecvent. Телевизионная сепаратиста, sau chiar rusă, tot cu mașini străine amblă. Вот это патриот. Cea mai populară mașină în Rusia e o marcă germană. Вы же у нас были в программе, что же вы нам мешаете? И что? А как мешали? Ну, мешаете, мы снимали планы. Вы так и что я? Ходить. Свистел или что? Да. Свистел? Да. Может, вам показалось? Вы мешали кадру, заполнению кадра, зачем? Да-да-да, может мне перестать жить или быть, может, в этом городе, потому так, что вы снимаете? Ну так мы тоже работали, зачем? Так работаете, молодцы. Странный человек. Все вместе, все... Вместе в Советском Союзе, а сейчас и в Рознь, или как? Мы в Республике Молдова, в зависимом государстве. Да-да-да. Поэтому у вас сепаратистские номера. Хорошо, что у Тулянцева хорошие молдавские номера. Но машина немецкая почему-то. На молдавских не делают машины. Ну да. А русских-то делают. Почему не на Неве, почему не на Калине? В Республике Молдова еще. Что здесь?